Так, ребятки, всем привет. Начинаем понемножечку стрим с Лайфен Капа. Вот. И будем, соответственно, сейчас ждать игр. Ну, что-то пока проблема, по-моему, на хосте. Присутствуют определенно. Точнее, не хосте, на серваке, на них, на их, где должен быть стрим, но что-то ничего тут нету пока. Вот. Что-то панда прыгает, правда, тут не знаю. Видимо, что-то будет скоро. Да, смотрите-ка, стрим пошел. Неплохо. Ждем, пока поднимется нормально. Вообще здесь закрываем все лишнее. Короче, ребят, сегодня группа D играет, последняя группа, соответственно. Фигасе, кстати, турнир-то удивительный. Тут китайцы прямо повыбивали корейцев. Айн Трэпа выбил, тут Чи Круга выбил, смотрю. Блай, конечно, вчера очень плохо отыграл, но пинг очень большой и Азия очень тяжело играть. Конечно, сегодня бьются китаец, тайванец и два корейца. Тайванец Найс, китаец Джим Бьян и Сулар, два протеса и корейцы Тирана Зерк. Ну, Бьян Сулар, очевидно, известнейшие игроки. Вот. Будем ждать, ставочки все есть, кому интерес, запиливайте. Для меня очевиден здесь экспрессик такой прикольный, вот Солар, Бьян и Бьян против... Против, соответственно, не корейцев, мне кажется, здесь без шансов. Нет, Нерч против Ютермала будет только сегодня биться. Вот Бьян с Суларом как сыграет, для меня загадка. Но Бьян сейчас очень силен. Сулар будет биться сегодня. Сегодня там это все будет. Мэп-тест турнамент. Через 5 часов от данного момента. Ну, можно будет, я думаю, постримить. Вообще заявлено, что тут и Ютермал с Нерчом сегодня будет биться. И за третье место Нип с Бистиком будут биться. Причем отыграны должны быть все 15 карт. Вот, в каждой игре, то есть это 30 игр, 30 карт должно быть сыграно, но я не знаю, я если никаких сверхсрочных дел не появится, я думаю, что постримлю данный турнир, потому что это прикольно, достаточно таки. Блай в топ-8, 100 баксов получил, причем Скарлет Блая пропустила, но Скарлет, наверное, Блай Скарлет сотку отдает, потому что, ну, как это так, можно было пройти следующую стадию, получить соточку просто. Хотя, может, Карлет пофиг, не знаю даже, как там это все происходит. Не знаю, ребята, не знаю. Ждем китайцев, там что-то они обсуждают понемножечку.但是我们已经在台服上了，好不好？我们已经本来就是在台服的呀。不能这么说啊，我们国服选手肯定中国选手肯定本来就是在台服打的呀，除了中国预选赛在国服，其他的比赛均为台服，这是联盟杯的赛制规定。所以说我们厚道呀。 我们放在国服打又如何？规定是这样子的呀，比赛是这样子的，那就这样子吧。对啊，规定就是比较厚道的规定啊。Так.
Сейчас я позвоню Даше, потому что Маша сегодня первый день в садике была. Вот, и вернусь к вам уже точно. Буду тут без отвлеканий всяких стримить. Ждите.我要黑一波吉姆，我要去黑一波吉姆。这有什么好黑的？哼！啊，吉姆这个搬了，选了两次暮色。够了啊！够呀。 好，各位亲爱的观众朋友们，欢迎收看雷。哎，你不听吗？啊，这边。 考拉拉是直接把两个耳塞全部交给了我，然后倒在了床上。哦，尼玛兄去睡觉了。尼玛兄睡在了你的床上。不是我的床上。谁的床上？是笨哥的床上。尼玛兄睡到了笨哥的床上。对，而且他今天晚上，这几天都会睡在笨哥的床上。那么问题来了，笨哥睡哪里？ 笨哥不是在北京吗？哦，原来笨哥睡另外一张床上。对对对对，笨哥跟狼爷睡在同一张床上。原来是这样，那你就独享尼玛兄了呀！<笑>我有自己的床，我不跟他们一起睡。好了，那么今天的第一场比赛是来自于台湾的 Nice 要对阵来自于中国的大陆的吉姆。IG战队地图上方蓝色的神族选手就是来自于SPA 战队的 Nice。 霸战队，对，还有下方红色的神族选手就是来自于 IG 的 Jim。Nice 作为一个台湾选手啊，他是参加。Все, ребят, я здесь. Ну что, Jim против Nice играет первая игра PVP. Привет, Пилигрим на авиадартс. Ну который в Крыму стартовал сейчас, конечно же не поеду, потому что далековато ехать, хотя. Из моего города сейчас прямое авиасообщение с Симферополем есть. Ну как бы у меня в этом месяце денег не особо много, да и как-то резко так подрываться одному. Тем более там особо и жить, где непонятно мне. Вот. Будет. Короче, туда 100% не поеду, а вот на в Рязани, как будет, там в августе, по-моему, вполне возможно. Но про вопрос в том, что 6 по 11... 6 по 11 сентября будет еще Армия России, форум в Москве, куда я собирался ехать. То есть, не знаю, там это очень близко получается с авиадарсом. То есть, надо по финансам смотреть, по занятости, по времени, по турнирам, которые там будут. Вот. От этого буду исходить я. Короче, да, здесь все матчи его 3. На данном турнире. Ну, тут как бы и не GSL-система, тут 6 матчей вообще проводится, а не 5. Тут много реально игр будет. Каждый с каждым играет. Twilight у Найса пошел. Кстати, прокси Twilight. Интересно, это прокси Dark и прокси Dark Shrine, соответственно. И бустится сталкер. Джим поехал что-то проверять. Ну да, он проверяет прокси, но доедет ли он до того дальнего прокси? Нет, до дальнего он не поедет, я так понимаю. Ну, зайдут ли дарки, вопрос, конечно. Учитывая, что Найс еще и газа 150 не имеет к моменту готовности Даркшайна. К моменту готовности Твайлайта и необходимости заказывания Даршайна. Оговорился я. И пробочка идет вперед. Здесь сталкеры дома остаются.
Ну, пока не робал, ничего не заказано. Ну, тут уже Нексус зато у Джима давным-давно второй добывается. Здесь пробка приходит, сталкер на лоу-граунде стоит. Отменил там пробочку. Так, еще не понял. Показывает Найс, что якобы пилон Раш здесь идет с Мазеркуром. Ну, очевидно, что он уже не получит. Попытка Сентрю подрезать. Ой, как сейчас Сентрю мог подрезать. Это, кстати, было бы хорошо, если бы Сентрю подрезал бы. Товарищ Найс, почему? Потому что я сейчас пойду дарки, и Филд очень сильно поможет отбиваться. Плюс Роба у Джима строится. Ой, нет, тайминг Роба хорош. Похоже, что у Найса тут что-то не получается. У задумка по экономике, ведь тут полный провал. Но если Дарк сумеет мимо пилона прям на мейн проскочить, то все может быть на самом деле. Все может быть. Но с другой стороны, Джим ведь может успеть отреагировать, центрю филд нормальный поставить. Здесь два Дарка варпится. Выходит Джим вниз, Мазеркор минус моментально. И уходит на хайграунд. Здесь есть сталкер, контролит ли Джим? Да, Дарков видит сейчас. Филд будет. А, он пропустил их внутрь, он понял, что здесь филд-то и не нужен, собственно. Один дарк падает, а второй крабам успел проникнуть. Что ж ты держим такой... Ё-моё, где обсервер-то? Вот это мертвый, просто. Обсервера не берет, дарки заходят, дарки начинают резать, тут везде все, блин. Дарк уже рабочих испепелил 5 штук просто, 6. 7. И при этом то, что обсервер идеально под них вылетел. Как таким трупаком можно быть-то вообще? Ну, все равно у Джима все нормально. Ну, как нормально? У него боевого лимита больше, а у Найса рабочих сравнялось. И Найс третий, Некс, устает. Кстати, не все так хорошо у Джима. У Джима из плюсов единственное две фаржи и 1-1. Привет, Синистер Мист. Привет всем, ребят, кто недавно подошел. Будет интересно. Ну, постараюсь без перерыва постримить там сегодня с бейстрейдовскими турнирами. Не знаю, что из этого выйдет. Так, в Евролига будет в четверг первые отборочные, вот. Вторые отборочные, я так полагаю, ну, либо на выходных, если там не будет никаких турниров, либо на неделе. Финалы, я полагаю, что проведем на будних днях, скорее всего, как-то по вечерам. В 3 дня, может, растянем в 2, я пока точно не уверен. Почему? Потому что на выходных, ну вот, не на этих, а на следующих там по футболу стартует Евро, как бы, и, возможно, люди будут смотреть многие, да, как бы, матч там, и Россия вроде как играет 11 числа уже, вот, ну, хотя там поздно она играет, в принципе, днем-то можно запилить, да. Я думаю, короче, скорее всего, вероятность очень большая, что в следующие выходные, не вот в эти, а в следующие будут финалы в Евролиге. Отборочные первые в четверг, вторые пока, ну, мы пока не решили, когда. Вот, как решим, будут новости на Good Game, пишутся, там уже есть новости, одна Паша написал. Вот. Такие дела. Понял тебя, Пилигрим, ты из Крыма. Вот, ну, да нет, в Крым просто не так близко мне ехать, хоть здесь и самолет есть, ну, как бы, один-то я точно туда не погоню, поэтому знал бы хотя бы за пару месяцев, да, там, что авиадарт будет, то, может быть, и сообразился туда ехать, вот. Хайдеус, привет, Скадвати, привет, ребята, всем. Напрягал Джим Найса, но у Найса больше лимита. Джим только-только третий Никс поставил. По лимиту сейчас что-то там у Джима теряется на мейне у Найса. Что там происходит-то вообще? Адепты здесь по сталкеру стреляют и по фотонке. Пока провальный харас.
У Джима уже 2-2 делается, у Найса 1-1. Что за... Что за билды-то такие странные у игроков? У меня есть самолет из Пскова, есть самолет в Симферополь сейчас. Что очень-очень круто. Ну что, у Джима 450 на 1000 газа. То есть сейчас что нужно Джиму? Нужно архивы темпларов ставить и нужно просто-напросто делать сейчас архонов, добавлять микс. Делать, продолжать грейды 3-3, и все будет замечательно. У Найса 7 гейтов там ставится. Джим тоже гейты добавляет. Но Джим почему-то, ну, 2-2-то сделает, но почему он дальше-то грейды не штампует, я не понимаю. Вот, архивы темпларов. У Найса заказано, у Джима 3-я атака зато заказана. А архивах темпларов что-то я не наблюдаю пока. Может, они уже есть где-то? А нет, вот заказывается только-только. Так, пришел Джим сейчас к Найсу. Один смелый зилок вырвался вперед, и его испарили просто за залп архоны с иммортлами. За смелость его наглую. Здесь у нас чешновички у арпса сливаются. Три архона, но еще газа на три есть. То есть, как бы нужно больше архончиков сейчас наварпить Джиму обязательно. Грейды 3-3 у него делаются. Ну, третью атаку лучше дождаться, иначе 2-2 в 2-2 будет сейчас замес просто. А это будет не очень весело, потому что здесь еще и иммортлов больше у Найса гораздо, чем у Джима. Переварп идет, то есть он варпит первым по лимиту в плюсе, оставаясь. Здесь дарк в робок встречает, очень неплохо. Так, там вторая атака доделась, у Джима третья пока нет. Ну что, Джиму надо минералы теперь применять. Одних архонов варпит, сколько можно-то? Так, иллюзии пролетают, здесь архончиков на связь. Плюс 3 еще пошло, 167, 187. 3-3 грейды не доделались, скоро доделаю. Здесь призма врывается от Найса к Джиму на мейн. Джим, реагируй, Валер. Реагирует, минус дарк, минус призма, хорош. По лимиту сейчас близко очень становится сразу же. Найс сам вперед пошел. Ну, тут смысла нет врываться в такую позицию на Джима. Конечно же, это для Найса будет провал. Нужно варпить Джиму еще юнитов сейчас срочно. Грейды ведь делают, все делает, все замечательно. Не, ну Найс решил полезть. Ну, лезь давай, что... Про позиция здесь такси. Давар прям в бой при этом всем от Джима идет. Зилков, архонов миллиард просто. Джим что-то там их водит туда-сюда. Зачем он туда-сюда водит архонов своих? Архоны вырывают вперед. Плюс сталкеры здесь есть. То есть они ренжовую ДПС прибавляют. Очень важный. Вот если бы Джим как бомж сейчас зад вперед своих юнитов не водил, а через нормально, через оклик дрался, он бы развалил Найса. Плюс обсервер должен был бы у него быть для этого. Обсервер отсутствует здесь просто. Что вообще происходит? На клике какой... Ё-моё. Блин, я смотрю, вот эти китайцы, эти Джимы все еще как-то выигрывают. Но я смотрю на эту игру, это же мертвая игра вообще. Я не знаю, тот же Стрэндж просто в 1000 раз, ну не в 1000, но на порядок лучше, на 2 порядка лучше играет, чем вот по четкости контроля, вообще так вот визуально смотреть, приятно смотреть.
上继续调查。有人在问 OB 是被锁掉了还是没带，那个 OB 是没带，积木这个出门是没有带 OB 的。 Nice 一个 OB 从头飞到了。Ну, первый StarCraft китайцы, ну это очень давно было, соответственно. Конечно же, значительно лучше, чем во второй играли. Что-то всех дропнуло к чертям собачьим. Ждем следующую игру. Ну, Найс, смотрю, не такой уж слабый игрок. Джима разваливает легко.战术体系根本就是不领先的，但是操作啊，各方面大局意识啊，提速啊，都是。Ну что, GML Jim против ML Nice, поехали, вторая игра. Люди понемножечку на стриме собираются, но сегодня получается только рестримы у нас будут. Так как, что здесь, что на этом, на бейстрейдовском турнире в игру не попасть. Nice 大神哥，我现在身边坐着的是考拉拉，然后正在解说的这个是栗子面，我现在感觉后宫佳丽三千的感觉。А, я с тобой не связан, хорошо? Ну что, Найс на разведку идет. А Джим не идет пока, насколько я вижу, на разведку. Ну и билды, соответственно, идентичные. Через два баракоба. Ну, проверил все, Найс домой, наверное, будет уезжать сейчас. 都是两命开局，嗯，对，稳着来。А нет, прячет пробку. Опасно, конечно, сейчас без разведки играть. И Найс двух сталкеров играет. Понимаю, что там два адепта будут. Я так подозреваю. Пробочка уехала в правый верхний угол. Очень далеко сейчас. VC 闪烁一波吗？ Nice 外面。Паузу, что Джим паузу просит. И пилончик пошел, кстати. Пилончик очень далеко у Найса пошел, но... А, у него Twilight заказан. Я думал, может, это 3 гейт пуш будет просто. Nice, 果然是师承于台湾狗王 Hus, 这狗招不停。看看要看积木调试一下了。稍微等一下 go go go、嗯、
但是欺负你卡。吉姆是一个是这样子的，Nice 这个是个引刀的 timing， 但是吉姆是一个三兵 vs 的 timing， 吉姆的 timing 比 Nice 要早一点，但是这个限制，这个 JD， 哦，差一点呢。Ну что, адептики заходят. Иллюзии. Встречает их Найс, ну они на рампе уже, эти иллюзии, не иллюзии, уже реальные адепты на рампе. Конечно же, ну так, а оверчаж есть вообще? Нет, оверчажа не наблюдается. Адепты заходят на халяву, два рабочих убивают и телепортируются назад сейчас. Ныкаются при этом. А здесь Даркшайн пошел. То есть Блинк и Даркшайн заказаны у Найса. Какой-то он любитель, во-первых, дарков, во-вторых, блинкер, агрессивник. Без мазеркура при этом всем отыгрывает. Адепт заходит, две пробочки сразу забирают. Тут можно очень много пробок нарезать сейчас. Пять убивает Джим. Это реально много. И Роба ставит, боясь, что там Даркшайн будет, судя по всему, верное решение. Похоже на 1-1 уже в данный момент. Посмотрите на рабочих. 18-27. Здесь еще и Оракул вперед летит. Похоже, да, тут печально все очень. Привет всем, кто недавно подошел. Непонятно, про какой Оракул залетать собирается. На второй базе вообще пробок нету в данный момент. Пролетает Джим Оракулом такой. Ну, Ревелейшн пошел на мейн сразу. Не знаю, с Ревелейшном и спешить, по-моему, не стоит так. Здесь мало того, что дарки, даркшайн, так еще и пуш, потом блинк-пуш ожидается, жгит рядом прям ставится. В этот раз, кстати, Роба готова, и аптерис заказан, все в порядке. Ну, дарки смогут убить рабочих, учитывая, как в прошлый раз Джим при наличии аптерера мертвого отконтролил, это было очень печально. Так, дарк проходит, но Джим вообще не контролирует дарка этого. Нужно сейчас встретить. И он стоит на месте. Посмотрите, он даже не видит, что там дарки. Он законтролился оракулом сейчас. 6 пробок убил, но сам теряет больше за это. На мейне дарк уже 8. Так, 9. Обрезает. Просто нарезает. Шинкует рабочий. Просто по рабочему уже сравнялся практически Найс. Ведь сейчас еще и прессинг будет после этого дарка, что самое интересное. То есть тут еще попробуй отбейся. Тут да, дарки прессовать будут. Сталкеры будут прессовать, заходит Дарк, плюс Блинк есть, то есть Оракула-то дома есть, чем встретить, принять. Дарк пытается уйти, 2 филда против Дарка, 3 филда еще, филды все выкинул, Гвардиан шилда вообще не будет в итоге. Но Найса все равно что-то мало, не очень. Оракул чуть не погиб, где сталкеры все, я не пойму. Сталкеры куда-то пошли, теперь назад пришли. Ну, у Джима есть уже иммортал, да, несмотря на то, что дарки просто унизили экономику Джима, у него все равно больше рабочих, у него больше лимита боевого, здесь не хватит абсолютно точно сталкеров для того, чтобы продавить. Хотя давайте вперед забегать, ну да какие там 5 сталкеров, ё-моё, против, тут иммортал уже есть. На фокусе Мазеркора потерял двух сталкеров сейчас. Нексу второй вообще Найс не раскачивает. ГП очень поздно добавляются. Стазисную ловушку Джим ставит, и Найс просто не знает, какой рейндж у этой ловушки. В итоге почти половина рабочих с мейна просто не добывает минералы, смотрите сейчас. Ну, ждем развития событий, но я уверен, что здесь просто оно очевидно дальше. Джим выйдет и убьет, наверное, Найса. Хотя Джим играет на перспективу какую-то, он... Твайлайт, плюс один делает иммортал, строит. Ну, преимущество колоссальное будет. Ну,
происходит. Сталкером Найс разведет. Джим делает блинк. Ну, Джиму нужно на блинке Иммортлов плюс один. То есть ему нужно какой-то выход делать, соответственно, под Найса и убивать его пытаться. Найс там Азилка Архонов строит, и это будет пуш. Он понимает, что отстает очень сильно и попытается запрессовать. Но какие Азилка Архоны к чертям, если даже там газа нету на второй базе? Не понял, Джим своего сталкера убил. Какой-то юнит я сейчас подрезал. Или это от оппонента заблинкнулся. И Оракул у Джима все еще жив, что самое интересное. Ну, кстати, у Найса сейчас есть боевой лимит. То есть, прям сейчас нападет он сюда, вот мне ударит, здесь ни пилона, ничего нету, то может быть больно. Джима, у него очень плохой микс против именно Зилка Архончиков. Варпы идут, есть сентри еще. 83-83, лимит-то вообще одинаковый. Джим делает контр-варп, а Найс заходит, смотрите. У Джима гигантские проблемы, Иммортлы зажат, сентри ликвидированы моментально практически. Хорошо, очень Найс сейчас дерется, и у Джима гигантские проблемы сейчас, он вообще затерпит, по-моему. ГГ, пишет Джим. Просто Найс красавчик, смотрите. Вот как тащится игры называется. Но ПВП, то есть я опять же забежал вперед, ПВП я сам частенько так выигрывал. Просто взял и убил, молодец. Ну что, ждем следующая игра, я так понимаю, уже то ли с Соларом. Так, сейчас посмотрим. Солар против Джима будет играть, который только что слил. Ждем. Сейчас я вернусь.在我们的立场上来讲的话，他们其实是属于陪练，所以说这边还是要那个尊重一下，就是对他们态度好一点。哎，我们叫仁义，对吧？嗯，说实话，刚才在就下面杀那两波叉，我第一次还没反应过来，我是第二时间反应过来的，在那个Nice准备A的时候。嗯。 索拉不在吗？对，邀请了他进不来。索拉加入了队伍，你刚刚话音刚落。你今天这个有点准呀，我只能说。吉姆 A。 对，吉姆 A。 索拉 B。 有人在问Bian厉害吗？ Bian很厉害啊，Bian很厉害。 为啥这么多人能认为Bian能2-0带走索拉？ 因为Bian之前 Bian之前 跟 Sola 打的时候，他就是胜多输少，然后，Bian他操作很好，再加上 Sola 那个时候很喜欢用蟑螂火蟑螂的打法，然后 Bian 可以用操作夺火球，然后继续打，所以说是 Bian， 是打 Sola 其实很擅长在对抗 Sola， 但是，等一下，我先说一下，哦 ，OK。 但是其实说实话 ，Bian 因为期间发生了一段事情，所以说是现在，他因为被人说是不人，就是那个叫什么，关二哥不是忠诚嘛，对吧？就是说是就没有说什么忠诚之类的，就现在已经把他这个关公的称号下掉了，所以说他只是一个很厉害的选手罢了，至于称号是什么，目前还不知道。 这没有忠诚一说吧？有啊，他
因为某些原因跟那个他战队翻脸了。Ну что, я здесь, ребят. Best Trad Team Best Trad 参与 Best Team 2011年首届 Best Team 全国活动，这头像好帅啊，我也想要。首先颁掉穆特查，然后颁掉乌雷娜跟冰霜，冰封神殿，对，冰封神殿。然后还有艾迪昂废墟全面入侵，乌雷娜埃迪昂、乌雷娜、暮色之塔，哦，不是咋办的？埃迪昂、乌雷娜，然后世宗科考。Да, что-то все. 哦 ，NV。大家给起的，你们说他是他就是，你们说他不是他就不是，我没什么带人的意思啊，对不对？我只是陈述了一个事实吧，你们不要乱。VS， 金 C 中 station 对 SSK 还是 SSK？ 那反正第一张全面，第一张是那个艾迪昂啊。第一张埃迪昂，然后第二张是，不行，我这个我得打个金，因为他们两个都是长马人嘛，对吧？哦，不说了，不是，说了不是。有没有冰霜神殿的？有没有那个冰？冰封神殿已经被翻了。翻了霜寒之地。霜寒。待了吧。跟你们说，少带一些节奏，有空带节奏，还不如多去打两盘练习。时间这么宝贵。是，因为我不是当事人，所以对呀、啊。再加上称号这种东西本来就是没有门别起。开什么东西？对，开开玩笑，不用太当真。第二场比赛是由 Sora 要对阵于吉姆，然后第一张地图是来到了埃迪昂废墟。这张地图对于神族打虫族来说，神族的一波威力通过冷静一波威力很强。那么右下方。Так, ребят, ждем начала игры. Сейчас я разговариваю по делу со своей женой. 这位三三的 S 级选手。索拉其实在之前颓废一段时间。Все, возвращаюсь полностью сюда. 这场比赛虽然是 Ace 选手，但是也是一个卖战队，基本上是卖的干干净净的一个选手。那是成绩之星，所以对西宫之仪的话，其实还行，最开始。不过最近重复的套路发生了变化，就是索拉他的打法没有以前积极，所以说就导致。状态有点低。那么左下方红色的神族选手就是来自于中国 IG 的 Jim。Jim 也是拿到了七月份决赛巴伦西亚站的预选赛的。是的，没错。预选赛冠军啊，拿到了。Так, ну Джимс Мейнен с Гейта начинает. Карта руины Индиона у нас получается. Едет в разведку. Солар ставит три хаты.
То есть у него 3 хаты пул бил, 2 до пула, сейчас, наверное, газ еще будет заказан. Там гейт газ Нексус стандартный бил тоже у Протца, но с разведкой. То есть, в принципе, для Зерга экономика хорошая будет. Получается, газ заказан, пул еще нет, еще 2 дрона перед пулом заказываешь, самое главное соло. И только вот сейчас пошел пул, а там кибернетчик уже строится. Но в Лотвии получается, что вот по этому билду, то есть да, там адепт придет, допустим, к зергу, у него уже линги вылезают в это время. И если Протс играет не через 2 гейта, а через 1, то как бы особо напрягать все равно не сможет.出狗了的话，那你就直接不生狗了，直接走蟑螂，黄骨同名。这图没有不黄骨同名的。反正前期来说，吉姆这边已经亏了。吉姆是不是选择 VS 还是 VR 呢？好，吉姆要翻开，先打岩石。这么稳啊！ну что, Джим тут попытался камни пробить, но заметил овера, сейчас начал овера сразу подрезать Солара. Солар грамотно вводит овера, пытаясь не дать сбить его. Сразу же Джим выводит Мазеркор, Мазеркором контроль кривой. Так, овера собьет все-таки, я так понимаю. Да, сбивает овера. Оверчаш пожалел выставить, а выставил оверчаш бы, лингу бы подрезал бы. Так, а второго овера успеет подрезать Джим? Возможно, даже второго успеет подрезать. Потому что пока он вылетал, много хп уже снялось у него. Ну, здесь в любом случае Старгейт строится. Не подрежет Сталкером, так подрежет Фениксом, соответственно. Но подрезал даже Сталкером. Джим, начало вполне удачное. То есть, два овера сбиты, это неприятно на самом деле. Лингов, ну, два линга разведывательные убиты, это стандарт, но они успели разведать то, что нужно. Но у Солара уже больше рабочих, больше всего. Камни, я так понимаю, у Джима при этом не пробиты до сих пор. Или пробиты. Судя по всему, нет. А не пробил. Уверчажем, видимо, были пробиты они в итоге. Есть Мазеркор на мэне, пытается рабочих наподрезать Солару, но Солар великолепно отконтроливает. Один в спорку рабочего, одного заморфил, второго уехал, просто надо телепортироваться домой. Ничего не убил абсолютно. Ну и два старгейта у Джима уже работают, он собирается харасить фениксами. Зерк при этом все мне отменял, получается, спор, или отменял на мейне спорку, не знаю, сейчас важно, конечно, как фениксы, что сделают, как ворвутся они. Смогут ли что-нибудь там нахарасить вообще. А здесь уже четвертая хата у Солара пошла. Камни не пробиты на центре, на третьей тоже не пробиты. У Джима фаржа доделывается. Привет, минус ван. Третий старгейт пошел. Ну, это совсем какой-то жесткий билд. Это же уже полуармада получается. Если не армада. Потому что здесь одни только фениксы и третий старгейт уже. Прилетает Джим. Вместо того, чтобы взять королеву поднять, начинает овер взбивать. Что ж ты делаешь-то? Он королева пока спорку. Ну, вот не хочет королеву подрезать. Королева должна быть приоритетной целью для фениксов. Если она криво стоит, очень важно ее сбить, потому что это минус мобильная противовоздушная оборона сразу же, во-первых. Во-вторых, минус личинки. То есть и экономика, это важно. Вот королева стоит криво. Поздно Джим ее поднимает. Феникса надемеджили ему, ну не сильно надемеджили. Продолжает шатать оверов. Оверов шатает очень жестко. Там саплай блок постоянный у Зерга держится. Ну, чуть не потерял сейчас Феникса. И еще 50 энергии впустую потратил последних. Там дрона не смог подрезать. По 3 уже Феникса у Джима строится. По 3 это много, но
Смотрите, Солар грызет камни, а Джим этот момент вообще не контролит сейчас. То есть, значит, может быть резкая контратака. Правда, гидры нужно очень много, потому что там фениксов больше десятка уже скопилось. И... я даже не знаю, как Солар собирается бороться. Так, королеву подрезал, там Джим летает. Солара уже гидра есть. Саплай блоки, там феникса теряет Джим. Ну, убивает много реально юнитов. Ну, вот гидра пришла. Джим решил ворваться в эту гидру. Провальный врыв, несколько фениксов просто потеряно. Сейчас где-то три феникса. И Солар пойдет, сейчас камни уничтожены. Можно идти в контратаку спокойно, абсолютно. Линги к третьему Нексу урываются. Здесь есть пилон. На второй базе фотонка там и за стенка. Будет гидра вперед идти? Я думаю, что надо было бы идти, но боится, видимо, Солар, что там критмасса фениксов есть и гидру подрежет. Джим всю. Ну, не думаю, что это очень просто сделать. Кстати, был ли так, рейнджовых грейдов пока не наблюдаю, был ли заказан еще гидре этот... атака какая-нибудь, тоже вопрос. 144-116, здесь исключительно феникса, масс феникса. Джим принимает бой с гидрой, ошибочно думаю, что сейчас ее развалит, а Солар просто берет и уничтожает всех. Ну не всех, несколько фениксов. Короче, это на самом деле выглядит пока все более-менее, но для Протоса это полный провал. То есть по этому билду гидру нужно подрезать постоянно, желательно с минимальной потерей феникса. Джим уже дал накопить кулак гидры и только терял фениксов. И сейчас эта вся армада просто гидралисков пойдет вперед, а ДПС тут нереальный. Идет Соло вперед. Два феникса сразу минус еще на врыве на этом. Здесь еще и линги стоят, ждут. Приходит Солар Крампи, не лезет в рейнже оверчажа. Нексус подрезает. Сейчас на оверчаже будет наламываться. Суть этого билда, зачем тут фениксов масить? Затем, что я говорю, нужно драться, не теряя фениксов с гидралисками в начале постоянно, что у Джима абсолютно не получилось в этой битве. И в итоге, посмотрите, что гидра делает. Она все разрывает просто на клике. А могло бы быть по-другому. Фениксы убивали бы гидру, и просто критмасса бы не накопилась. Избиение просто Джима от Солара идет. Привет, Артур Джойс. Мы
我没有一个没有粉丝的菜鸡解说。大肠的第二个啊，为什么？在双方的第二场比赛来到了双盘之地，张继福其实是张比较点位的地方。哦，第二个，啊，你的麦克风又爆了，你的麦克风又炸了，炸了吗？我再看一下。炸了。好，现在好了。好了。对，好了，出妙老双。哦，不对，可能是单兵开。改一下标题，那我去改一下标题。哦，我改好了，我改好了。对。好的，那么在左上角是这个苏拉蓝色的。ну что, ребят? Что-то я смотрю на чатик. И не смотрю на игру, а игра-то уже идет.И в итоге Джим ставит Nexus 1 в этой игре, не Gategas Nexus. Ну и правда, через разведку после пилона у Solar 17-я хата Gas Pool, судя по всему. Счет еще не проставили. Jilomu!不，这个我就不知道了，因为韩语他并没有念过词。你念过，你念过。还放了歌的好吗？好大热的歌。так, что-то водички мне захотелось попить.Но после Nexus 2 гейта идет и кибернатичка, соответственно, у Джима. Нужно заказывать второй пилон. Где второй пилон-то, я не пойму. А, Джим решил, что Nexus будет вторым пилоном. Ну, все правильно, в принципе, поэтому билду так и выходит нормально. Достраивается Nexus. Здесь третья хата ближняя к Джиму ставится у Солара.两兵使徒先飘一波，苏拉这边应该是要出六到八条狗来防守，保底的话是八条狗。好，他看到就是两兵赢了，自己还刷了一波农民。可以慢慢来，不急的。这两条狗可以。Пару лингов от Солора прибегают сейчас. 哦，吉姆直接开炮台了。Не постеснялся Джим поставить оверчаж, правильно сделал. Линги не смогли ворваться на мейн сейчас. И два адепта вперед спокойно пойдут, не надо за лингами гоняться.Ничего там делать. Зиму,两个使徒往出飞，苏拉这边八条狗刚好在造，排名算得非常不错。Зиму这两个使徒要小心一点，不要被围。Зиму应该是哦往前飞，杀一个农民。Так, минус дрончик. Адепта заходит на вторую к Солору. Три дрона минус же, четыре дрона минус, но это минус два адепта при этом всем будет.Еще два линга успевают они подрезать, но никакого страшного дэмэджа для экономики нанесено не было абсолютно точно Солару. Джим строит два старгейта, строит таким образом, что прямо под овером их. По-моему, даже один старгейт Солар сразу же видит. Он
Ну что, адепты Феникса, судя по всему, плюс Гейт еще пошел. На мейне и пилончик. Овера до сих пор даже сбить нечего, самое интересное. Ну сейчас Солар спалит Старгейты, может вообще овером улетать можно, по-моему, домой просто сейчас. И одним, и вторым. Ничего не терять. Ну, Джим решил, что оверчажем овера сейчас собьет. Да, второй овер просто домой улетает. Чтоб не терять лишний раз оверов. У Соло Лейер заказан, линги делаются, криптуморы есть в районе второй третьей, то есть мейн со второй. Не, ну мейн со второй соединился, единственное, что вся область мейна не подсвечена криптуморами. Ну а третьей базе уже они идут вперед. Сейчас, что Феникс королев шатают на мейне. Строится еще линги, будет ли гидра заказана? А, ну Беллингнес гидроден, да, Беллингнес, чтобы отбиваться от адепта, соответственно. Здесь Феникса адепты будут. В общем, адепты со скоростью атаки, что самое интересное у Джима. Все такой очень серьезный будет выход, это будет практически улыновый выход, то есть тут даже не планируется пока третьего Нексуса ставить. Джимом. И три гидралиска заказано, плюс мув рейндж гидре. Так, адепты вперед идут, линги накидываются на них, нужно аккуратнее, вы сейчас можно было всех лингов потерять. Пока отбивать все это дело нечем, беллинги нужны обязательно сейчас для обороны. Запиливают Солар 10 бейнов, понимая, что они обязательно нужны для обороны. Одна гидра с лингами не справится здесь, ну никак. Так, заходит адепт на третью, скорость атаки еще пока не готова. Феникс принимает будет гидрой с королевами, беллинги пытаются ворваться. Врываются беллинги, так себе гидралиски, там чуть пройти не дают. Сплит от Джима пошел, сплит, я бы сказал, очень даже неплохой сейчас со стороны Джима был. Много адептов выживает, по лимиту вообще близко, почти равный лимит сейчас. И похоже, что Протсу здесь очень крупно повезло. Джим продавливает Солара. Может здесь быть и один на один вообще. Ну, куда-то он отошел. А, призма нет, да варпа нету. Отошел от регенил поля. Где адепты-то еще? Ресурсов миллиард там просто. Адепты не строятся. Привет, Ица 3 семерки. Ну попробую сейчас на Твиче стрим зафилить. Не знаю, поднимется он так или нет. Надеюсь, что поднимется без топ-старта. Так, из-за того, что Джим не продолжил свой прессинг, Солар опять лимит накопил больше, чем Джим. Ну, опять же, Феникс прилетает, опять же, гидру подрезает. Правда, есть спорка, которая спасает положение сейчас для Солара. Третью Нексу ставит Джим сейчас. Два роба. А тут гидра масится. Сейчас тут Зерк может намасить гидру, по-моему, пойти в атаку и словить тайминг, когда просто ну, будет нечем отбивать ее. Сейчас, ребят, Twitch проверю пока, то люди просят врубить. Не знаю, заработает или нет. Смотрите, КЗ работал Twitch сразу, сейчас переименуют название. Сейчас
Ну что, третий Nexus Gen занял, чардж делается. Два роба есть, но почему-то там два обсервера только сейчас троллились. Где имморталы непонятно, вот первые имморталы две штучки заказаны. Ну а у Солара гидра линги и есть Бэйлинг Нессус, есть возможность запилить гидра линга Бэйна пуш. Правда, Бэйлинг, я так понимаю, без муву до сих пор. Куда вот Солар единственно пушить будет, вопрос, конечно, хороший, на третью или ко второй базе. Ко второй базе через камни, но это, я думаю, самое логичное решение со стороны Солара. Здесь филдов достаточно много надо. Заходят бейны. Да, есть филды, но филды так себе, я бы сказал, со стороны Джима. Бейлинги катятся вперед, кстати, до зилков докатываются, зилки прыгают, их быстренько бейлинги уничтожают. Солар заходит наверх, 157-121, ну, очень мертвое исполнение от Джима и Солар 2-0. То есть, вроде как, вначале все четко сделал, но потом случился полный провал, и это ГГ. Не знаю насчет реплеев, ребята. Насчет реплеев, может быть, где-то они есть. Ну, в данном, обычно репки здесь снизу в турнирах выкладывают, как бы, может быть, где-то еще. Солар против Найса сейчас будет биться. Хрена себе на Солара в конце коэффициент, смотрите, 1.02 на 7.06 просто. Ну, тут и, я думаю, Солар против Найса, прям такая же история будет. Я говорил, я запилил экспресс на победу Солара над Найсом Джимом и Бьяна над Найсом Джимом. Победу, соответственно, и получилось 1.50 коэффициент. В принципе, 30 бакинских туда впилил. Может быть, 45. То есть, как бы... И может быть, подъем. А?
激动呀，兴奋。终于看比赛了。对对对，每一次进游戏的时候，他会告诉我一下你要切板子的。这功能就很好。功能非常屌。对。好了，那么今天的第三场比赛是来自于 Nice 和 Sola， 这就来到了双寒之地，是一个对点，这个点位我觉得对于 Sola 来说比较好，因为 Sola 有很好的一个运营。这个右下方蓝色的红族选手来自于三双大区战队的 Sola， 而左上方是来自于 SP резко достаточно стартовали. Мороз, первая карта. Две из старых карт в ладере. Хорошие карты. Ну и здесь гейт газ Нексус, соответственно, билд. Проц в разведку идет. Нужно продолжать добывать газ. Гейт достраивается. Нужна кибернетка. Почему кибернетка-то не заказывается? Еще не пойму. Третью хату Solar собирает, вот ставит третью в центре. Адептик Варп сейчас заказан. Принимает Найс. Лингов, два линга прибежали сейчас в разведку. Что жалко, как ты подождите секундочку, вот окна закрыты как будто. Все открыл. Сегодня жарище у нас вообще жесткое на самом деле. Очень жесткое. Вчера 26 было. И ночью 22. В начале ночи, ночью, наверное, 20. Сегодня не знаю, сколько будет, но походу тоже жарко. Залетает овер. А посмотрите, что делает Найс. Чизерок еще тот. Посмотрите, ставится прокси Старгейта 2. И вполне возможно, что это будет грелками какой-то врыв. Может быть, я не знаю, какой-нибудь бред типа оракулов, но оракулы это сразу не сработает, я думаю. Здесь, вот если плюс один бы делал, просто с четырьмя грелками, плюс еще два в дотекании, шестью можно было бы нормально все сделать, я думаю. Да, два оракула заказано, полный бред пошел со стороны Протуса. Мне кажется, что это не работает. Овер минус сейчас. Ну,
Так, пойти. С сколькими оракулами Протус врываться собирается, пока не могу понять. Но еще два есть, два строятся. Призма только-только заказывает. То есть это оракулы плюс еще и призма будет, на это понимаю, врываться. Привет, Акира. Ну, посмотрим, как тут вормется эта призма. Мне кажется, вот сейчас бы 4 бы грелки прилетели, для Солара бы это явные проблемы. Оракула как-то, ну, стрёмно это. Еще два строятся, 6 оракулов будет врываться. И они продолжают строиться в итоге. Линга Беллинги Солара подходит к Найсу. То есть сейчас оракулы вперед полетят. Они, конечно, может быть, и нанесут дэмэдж серьезный, но сейчас просто Беллинг бастом Солар пробьет Найса, это ГГ ему будет. Призма летает, ничего здесь не делает почему-то. А оракулов нужно на мейн сразу бы заводить бы. Проблема то, что оракулов на дэмэдж, ну, энергия нужна. Она кончится, эта энергия, и все, не беспокоит. Так, Линги на мейне в Нексус сейчас атакуют. Часть, правда, минеральной линии атакуют. На мейне оракулы ворвались, королева минус, порка минус. Ну, здесь минус второй Нексус фактически у Найса. И на третьей базе не факт, что он что-то вообще сделает. А оракулы разрозненно очень дерутся, часть королевы убьют, часть порку. Здесь Найс понемножку отбивается, кстати, и спорку пытается подрезать. Но по рабам пока Солар в абсолютном плюсе. Еще линги вперед выдвигаются. Хотя вот 25 дронов уже минус, между 29. И такое ощущение, что даже вот сначала выглядело все более бесперспективно, сейчас получше. Но третий Нексус сейчас упадет, у Зерга-то 4 хата есть. Третий Нексус Солар догрызает просто лингами. Здесь Беллинги на мой вкатываются, с энтри нету. Адепты минус, сталкеры минус. 1-0 Солар, ребята, пишем ГГ, выходим. Ну, бред, прокси-оракулы мне изначально, как китайцы стали эти прокси-оракулы играть, мне они изначально этот билд не нравился. Какой-то он, на самом деле, бредовый. То есть, ну, ворвались первый раз оракулы, ну хорошо. А потом что? Энергия у них кончилась бесполезная. Так, Жданов Всеволод 20 рублей на PayPal отправил. Без комментариев, сколько я вижу. Никнеймы писали бы еще, ребят. Было бы хорошо бы. Спасибо за поддержку всем. Ну что, ждем вторую игру. Поехали, все готовы. Так,
看一下春点位啊，卖右炸是吧？没有没有，这是。我还真是。Так, прошу прощения. Вторая игра Solar Knights, карта Руины Индиона. Первую игру Solar взял на карте Мороз достаточно легко. Бредовые прокси 6 оракулов, потом еще 2-8. В ответ Бейлинг Баст и минус Протс. Здорово, Динган, тебе еще раз. Sola 在这样地图上，艾迪安废墟上是永远永恒的裸，所以我觉得以后可以直接前置三兵，然后 Sola 就退，卡死他。有的时候战术准备就要针对这个家伙，只会在艾迪安上面裸三，那我肯定就插的你家都不认识。不过说实话，这个地图是 nice 的，走，他有想过的哦。想过在这样地图上准备特定的战术，但是这个战术是什么，我就不知道。八脉神剑。Так, Дмитрий Александрович, 100 рублей на Сбер присылает. Димган, это ты что ли? Спасибо всем. Если ты, то отпиши. Что вообще никнейм не писать. Ну что, людей надо. У нас уже 300 собралось. Solar делает мув сейчас. Ну, на Индионе обычно халявно достаточно играют все. Пропустил я, как Solar стоял. Три хаты пулали, 17-я хата, потом пул, газ, и потом третий только. Но это не суть вопроса. Здесь у нас Твайлайт у Протуса. Пошу, сейчас будет камни, я так понимаю, пробивать. Спасибо тебе, Димган. То есть это был ты с соточкой. Так, там Мазеркор пробивает камни, сталкер Шеловер разбивать, Солар хочет разведать все. И Солар разведал все фактически. Забегают линги, здесь две сентри есть, встречают филдом у лингов. Пропустил сейчас у нас, соответственно, найс лингов к тебе за камни. И тут блинк делается, между прочим. Просто делается блинк и роба, очень похожие. Учитывая, что 5 гейтов строится, да, это блинк пуш, без грейдов, двух баз через призму. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. Я даже сомневаюсь, что здесь что-то может хорошее из этого выйти. У Солара Evolution ставится. Ну, Солара Роуч Ворона пока нет. Ну, блин, такой, блин, пуши лингами можно, в принципе, принимать.
之前说火山狼可以破了绿场，那么你的这个Верчаш на пилон наконец-то подрезает всех лингов здесь. Найс. Гейты подстраиваются, призм сейчас будет готово. С третьего Нексуса позиции надо бы линга убить, поймать. Загрузился паузу, Найс просит, загрузилась призма и летит вперед. Он там то ли сентри, то ли что там в призме сидит, я хз. Ну что, летит вперед у нас, Найс. Залетает и варпит прямо под Ксилнагу. Ну что ж ты делаешь-то? По-моему, Солар сейчас все спалил абсолютно. Хороший филд пошел. Где блинк-то сталкеров? Ну заблинкивает и сталкеров, таем его. Все, наконец-то блинк нам пошел. Попытался Солар сбить королеву. Нужен филд еще. Филд пошел еще. И, кстати говоря, посмотрите, как Найс четко исполняет этот... Блин, в плане исполнения мне нравится, как он все сделал сейчас. Это может быть минус Солар достаточно легко. Вот у нас реведжеры появляются. Но реведжеры не дадут здесь с перебором филдов настоять. Линги врывают все-таки на хайграунд. Сентри отгоняют. Новые филды сбиваются сейчас новыми фаерболами. Линги врываются. 114-75. Великолепен Солар в обороне. Я переоценил возможности. Так, что здесь такое происходит? Поми поддержал ваш канал на сумму 200 рублей. Поми, это Поми из будущего. Ставь хату и кресло самурая на Дарка в финале. Пошел покупать себе Феррари. Успешен. Спасибо, братан, что помнишь меня из будущего. Но какого Дарка? Дарк уже в прошлом финал, по-моему, выиграл. Сообщение запоздало. Пуш призмы с адептов против тирана работает против био-билдов. Где меньше либераторов, танков, там очень много всяких билдов. Минок где меньше. Врани стимпаки, когда тиран выходит. Подумаю, что я сам себя поддерживаю. Frozen,
Дим, здесь я так полагаю, что здесь все по инвайтам на самом деле. Вот, а насчет, кстати, Поми этого поддержавшего, то если это был бы я из будущего, то, видимо, у меня помутнение рассудка случилось. Успешность, потому что мерить я начал по купленным Феррари, как бы. Вот. Но это шаг назад, как бы, как мне кажется. Поэтому, учитывая, что там про Дарка было сказано, это из прошлого что-то. Плохие черты личности присылают деньги. Ну что? Два ноль Solar был, получается, да? Погодите, или это 1-0 было? Это 2-0 Solar уже было. Я так полагаю, что сейчас Бьян против Солара будет биться. Я чуть не понимаю, почему настолько коэффициент на Бьянах крутой, а на Солара такой слабенький здесь. Вот для меня это загадка, если честно. Неужели Солар настолько не фаворит? Даже я захотел на Али Гулаке проверить, играли ли они в последнее время друг против друга вообще. Что-то Solar. Ну и Бьян Solar выигрывал, и Solar Бьяна выигрывал. Что-то у них прям очень много матчей. Не знаю, очень много раз Solar Бьяна выигрывал. Ну, часть, правда, очень давно была. Ну так, чисто по приколу на Солара пятерочку запилю. Почему? Потому что я здесь абсолютно не уверен ни в чем. Как бы, может быть, действительно Бьяный фаворит, но, как по мне, он не настолько, как коэффициент фаворит. Пусть будет так по приколу.三星大哥不是现在还是中国吗？啊？三星大哥怎么在中国了？在开这个会。你这哪里得来的消息吗？不是吗？这是哪里的消息？我不相信现在总部定在中国。我不信。好，说了，书籍大变完毕。 说没有比赛记录，再调一下。他们要调那个没有比赛记录。不是我调的，他。
着的呀，你是队长。啊？对啊。我怎么着？右边那个游戏隐私调一下，调到最下面。Джейсер, ну тут как бы никто вроде и не обижался. Просто как-то, ну, за поддержку-то в любом случае спасибо, но без денег не вражить, конечно, но если я и буду успешным, то в плане денег Феррари не буду покупать вообще в принципе. Я к этому говорил. Ну что ж, посмотрим. Но я не думаю, что у Солара слабый ЗВТ, но... Но... Будем продолжать линию Полта Лайфа в будущем? Ну хорошо. Будем надеяться, что Лайф станет в тюрьме вором в законе и поделится со мной общиком. Так плотненько прямо. Так, Ютермал. Ну в Европе один из лучших тиранов, если не лучший сейчас. Ну, просто с корейскими тиранами, не корейским, тяжело сравниться. Ну посмотрим, сегодня Ютермал будет с Нерчом играть, вот и будет понятно. Там Нерч супер фаворит против Ютермала, и ну посмотрим, как он играет. Ну-то, например, стабильно выигрывает Ютермал в последнее время. Причем, что самое интересное, Ютермал такую игру, которая одно и то же практически постоянно играет. То есть он отыгрывает свой вот это любимое био с грейдами без всего. То есть просто марики мародеры с гигантским продакшеном и с таймингами интересными. И поджимает всех очень неплохо. Ну, я даже не знаю. На самом деле, на данный момент Ютермал получается лучший даже тиран, как бы, в Европе. Почему? Потому что Банни как-то сейчас не дотягивает, мертвоват. Хэппи забил, ну, как забил, не тренится так, как раньше. То есть. А кто еще есть? Ну, Марин Лорд. Ну, кстати, Марин Лорд, не знаю, после того, как его на ВЦС забанили, что он там, может, вообще в дотку ушел мамкам привет передавать. Не знаю. Вот. Ну, будем надеяться, что нет. Ну что же, Бьян через ЦЦ-шечку играет. У Солара 17 хата, газ фул, все стандартно. Марин Лорда, ну его забанили на предыдущий сезон, который кончится, на вот этот, который сейчас будет, ему можно будет участвовать. Уже. Я так что думаю, не забил. Вот если бы его забанили хотя бы на годик, я думаю, что уже там не стал бы он особо тренироваться, потому что сейчас весь StarCraft, он в принципе на ВЦС завязан, как бы. Да, есть достаточно много турниров без ВЦС, но ВЦС это основной, там больше всего денег, как бы, и престижа, и интереса, всего-всего. Ну, кто-нибудь скинет тебе ссылку, почитаешь, если захочешь, долго объяснять. Вот. Влетает Бьян. Ой, у лингов проблемы очень большие тут соларовских. Один погиб, правда, всего. Где-то новости были, не знаю. Суть в том, что
Есть ладерная квалификация на ВЦС, и друг другу помогали буржуи, отдавали победы, из-за чего топ-16 сильно изменился. Блай вылетел, но Блай подмашнил, как бы, абсолютно верно считаю, потому что, ну, это с перебором так вот делать, прям в последние секунды. В итоге всех там кикнули, а Блай остался. Ну что, реперок там лингов шатает, лингов отгоняет. Все еще. Загружается медивак, 6 смариков минка полетел дроп. Строил зачем-то сейчас циклон объян, но потом передумал, отменил, заказал либератора. Действительно, циклон там не особо нужен, но танк, да. Копает хитро минку сейчас Бьян. В чем хитрость? В том, что когда ты ее дропаешь вот сюда между минералами, линги не могут окружить минку и не могут ее убить быстро. Но в итоге Солар отбивается без потери по рабочим. Только лингов потерял. Сейчас шпиль будет готов, но на данных респах шпиль — это самое логичное и самое крутое решение для зерга. Почему? Ну, респы ближние, 3 эти ночи тяжело ставить, плюс дропов начинает тиран шатать. Конечно же, нужны муталиски, чтобы перестраховаться сейчас. Так, чуть тут дрона не отменил. Ну, не убил, кстати, дрона. Блин, что ж такое, Солар не прикрывает дрона сейчас своего. Все-таки Бьян его умудряется убить. 6 муталисков заказано. Нужно хату запиливать. При этом все, у Солара supply блок, и больше муталисков пока он не может построить, поэтому 3 овера новых не выйдет. Но я думаю, ему и не надо сейчас уже муталисков новых строить. Ему уже нужно плюс 1 делать и роучи реуджи приходить. 6 муталисков абсолютно достаточно, чтобы этот медиваки эти принимать единичные. И тут уже и либераторы, как бы, поэтому землю пора перейти. Хотя не, еще одного муталиска Солар все-таки подстраивает. Так, что-то ухо зачесалось, прошу прощения. Ну, почему-то так. Армор на мутку пошел, а вот это уже интересно. Чем это интересно? Тем, что, кажется, Солар не собирается отказываться от муталисков, и он собирается их добавлять на более поздней стадии тоже. Может быть, даже это будет какой-то масс муталиски, я не знаю. Там есть 3 либератора. И армор на землю заказан, Беллинг Нест. Все это мутка био будет, возможно, я даже не знаю. Мутка, в смысле био, я имею в виду не био, мутка милишные грейды, да. Так и есть. У зерга все био, поэтому мутка био, как бы, звучит не в корне неверно. И танк отменял вначале. Ну что-то Бьянда и циклоновые танки там все поотменял. Хотя танки-то в итоге начал строить. Просто, может быть, мутку испугался, не знаю. Ну что, мутка прилетает, соларовская на мейн к Бьяну, шатает мейн. Здесь 5 либераторов в наличии имеется.
Но либераторы без грейдов на атаку. У Солара мутка караптеры за... Опа, это интересно. Караптеры. Ну, караптеры будут затанковывать абсолютно точно против либераторов. Муталиски врываться сзади. Но хватит... Вот встает вопрос, хватит ли линга-беллингов, чтобы отбить то, что снизу будет находиться. То есть, марики и танки. Хороший вопрос. Нужно сбоку заходить вот на, против этих врывов Бьяна. Сейчас щиты доделались у него. С 39-43, лимит все больше и больше. Все, линги бегут вперед вместе с Бэйм. Муталиски сбоку налетают на Мариков. Солар, что ты делаешь? Муталиски как провально дерутся, как Солар дерется мертвый. Вообще, ну что ж ты творишь-то такое? Мутка на Мариков летает. Какой ужасный прием боя просто со стороны Солара. И ситуация печальная становится. Муталисков стек потерян практически весь. И ну, надежда на то, что Био только будет отбивать. Четвертая хата есть. Почему мутка? Вот со стороны линга-беллинга бы ворвался муталисками. Была возможность отфокусить танки сразу. Дождаться караптеров, отступить. И уже с муталисками либераторов принимать. В итоге Солар провалил здесь как-то оборону. Я, мое мнение, провалил бой этот. Не все плохо становится. Это 1-0 Бьян. ГГ Солар пишет. Судя по всему, Солар... Ну, я знал, что на Солар лучше не запиливаться, на самом деле.左上角蓝色的虫族是索拉来自三星Galaxy，而在下方红色的人族是冰晕，地图是冰封神殿，这是一张虫族非常适合跑来跑去的地图，非常适合虫族去换加绕路，那这样的话冰晕会很烦。 这一盘可能要打幸运的工程，是打蛙跳啊，这个因为你的三矿一定会开在正面，那么我的副新闻技能就可以进行一个蛙跳，就是两团兵那个打法。嗯，对，这个打法出八个蟑螂就可以防住，但是因为会被操作，所以说还是很强。但是只要是完美的防住这个。 Нифига клика, ну, а кликать не окликать, на самом деле видно, что Солар что-то не готов. Ну, посмотрим, что будет сейчас. Yeah.
Ну что, реперочек прилетел. Продолжается хара с рипером. Блин, как Солар вообще, как я не знаю, как ребенка повезет, что Ян не может лингов отфокусить. Солар вне крипа дерется, просто и линги огребают. Сгрызает на халяву Солар реперка, еще все для Бьяна, а поворачивается просто в минус все, посмотрите. Потерял на ровном месте рипера Акира. Ну надо судиться, значит, этим уродцам ничего не доказать, я думаю, будет всем. Вот. Как-то не, как-нибудь можно будет доказать, что тогда не надо было, сейчас надо, там хз. Так, королева подходит. Минка как раз таки по королевам залп делает. Я так понимаю, еще нет у Версира лейера, потому что у Солара нет. По лимиту Солар проигрывает. Минку-то кто убьет, а то я не понимаю, где спорка. А вот, наконец, спорка перекапывается. А в это время выход идет со стороны Тирана. Это Хелбат Пуш будет со стороны Бьяна. Но у Солара роучи заказаны. Я не знаю, единственное, что роучи тут смогут сделать, конечно. Три штуки все. Так, реводжеров Солар запилил. Собирается раскайтить на рейнже реводжеров, насколько я понял. Ну, фаербула нужно почаще. Так, три королевы с другого направления. Где сзади-то врыв? Медивак теряет Бьян на ровном месте просто. Медивак падает же. Фаербулы реводжеров пошли. Нужно кайтить сейчас просто хелбатов и врываться спокойно лингами. Чё? То контролит Солар, то потом контроль отсутствует напрочь. Вообще непонятно для меня это. Кажется, Либератор на вторую прилетел и 6 дронов, поэтому погиб. Да, Либератор прилетел. Здесь спорка перекопалась, и Либератора нужно отгонять. Ну, отбился Солар, все нормально. Ну, там стимпак уже почти готов. Четыре гиллиона врывается от Бьяна. 6-7 рабочих минус. Солар вообще к этому врыву не готов. Только похвалил его, что нормально отбился. В итоге на третьей базе обороны никакой нету. Ну, Солар пока еще в плюсе по лимиту 2 эволюшн, но по грейдам катастрофическое отставание сейчас будет. То есть надежда Солара на какую-то атаку, видимо, тайминговую теперь и... Да, сам себя на 200 выдержал.
говорил, что будет много по ходу вопросов. Ну что, у Solar Infestation ставится. Эволюшены готовы, но грейды не заказаны. Solar, я так понимаю, побыстрее в кайф в ультралов хочет выйти. Тосы катали уже сегодня китайцы. Ну вот еще против Бьяна будут тосы катать. Еще будет у нас от BS3 TV финала этого турнира. Там бо 15, все карты, 30 карт будет сегодня сыграно. Но это будет еще не скоро. Это в 7 часов вроде как начинается там все дело. Сейчас я проверю еще раз. Да, через 3 часа 11 минут. Если там будет перерыв большой, этот турнир кончится, а то еще не начнется. Я, может быть, даже паузу возьму небольшую. Другой регион езжай. А у тебя что за регион? Ну тут, конечно, такое. Ну а что у нас жаловаться-то беспонтово? Надо писать куда-то, что ну вот это на этот дебилизм, как бы, а куда ты там напишешь? Че, феодализм просто у нас. Да, да, как бы уровень развития. В принципе, везде царьки, все что-то придумывают. Да, из Красноярского далековато. Хотя какой-нибудь ближние свои там. Да планирую до вечера стримить, просто я говорю, если будет перерыв слишком большой, то я возьму паузу, сделаю какие-то дела, может быть, и потом продолжу. Если перерыв будет в пределах часа примерно, то я не буду, я думаю, брать. Ну что, шатает Бьян Солара, Солара пока больше по лимиту, ну вот не во всех направлениях он готов к Харасу, и на 4-й базе, на 12-й как-то так себе. Инфесторы у Солара появляются, и Ультралис Кеверн делается, но у Тирана это 2-2, а у Солара есть еще 1-1 хотя бы, вот в чем вопрос. У меня большие очень сомнения. На 6 часов рыв идет. В это время попытка зашатать инфесторов здесь была. Мику Солар не успевает кинуть. Врыв на третью проход. Здесь очень много биобьяна стоит. Отгоняет Солара. Так, 1-1 ранжовое Солар сделал. Но первых два ультрала уже пошло. Это очень важный момент, что ультралы уже заказаны. С ультралами будет попроще, но хату четвертую не терять бы, так вообще замечательно было бы. Но четвертую Солар потерял. Так, на мэйне там какой-то, там, по-моему, кто это? А, это один-единственный Марик, который в медиваке остался. Ну, будет уничтожен, естественно. Шпиль заказан, ультралом армор доделался практически. Забегание от Солара пошло. Есть ультралы, они уже с армором, это очень важно. Сканит Бьян. Солар криво очень бой принимает. Нужно развернуться и идти вперед. Ультралиски ломятся. Микос где? Микос хороший пошел. Кажется, ребятки, Солар здесь. Хотя по лимиту Бьяна что-то много. Но био, посмотрите, как под Микозом просто крошится био это. Солар очень сильно вперед сейчас вырывается. Но в это время опять дроп на 6 часов. В это время Роуч на рампу заходит. Бьян вообще не реагирует на этих Роучей. На 12, простите, часов дроп. На 12 дроп вообще не отбивается. И 48 рабочих Солара на 66 Бьяна в итоге остается. Это какой-то провал вообще и катастрофа.
Где? 24 дрона убиты. Где они вообще были? На мейне и на 12, да, были убиты. Нужно идти в контратаку Солару, но ультралов, наверное, единственный шанс сейчас для него. Что он и делает? Или не делает? Нет, пока не делает. Что-то бегает зад-вперед, выйти не может спокойно. Линги забегают. Так, здесь три юнита крестом стоит вообще у Бьяна. Био на мейне. С мейна био возвращается. Ультралиски врываются. Линги врываются. Что будет Бьян делать сейчас? Бьян будет принимать бой. Реводжер ультрала шатают неплохо. Био фаерболы на рампу пошли. Медивак подрезается. Подрезается там еще что-то. Здесь не получается Солару убить. Ну, Парабам уже в плюсе. Солар, то есть, пришел, все отменил. На 6 часах ЦЦшечку нужно отменить обязательно. А, здесь вообще даже планетарки еще нет. Очень хорошо Солар по таймингу пришел. 125-150. Ну, и я бы сказал, что ситуация уже в плюсе для Солара, в общем-то. 5 инфесторов там дома заказано. Единственное, что опять же дропы сюда под 3 идут. По 4-ю базу. Солар не любит оборону-то оставлять прям. Марики в мясо, все демедженные, правда, очень. Так, 10 лингов есть несколько штук. Ну, бой чуть Солар не принимает. Бегает зад-вперед, опять дал хату отменить. Да что за бред-то вообще происходит? И здесь тяжело атаковать. Ну, короче, Солар что-то доигрался, по-моему. Дроны переводятся, дистанс-майнинг уже пошел. Солар в очередной раз срывается, 4-ю обрезает базу. У Бьяна уже 3-3 грейды, у Солара 2-1 ультралы. Грейды, конечно, великолепные на био. Против таких грейдов тяжело будет бороться. Уходит поэтому Солар домой. Нужно с Микозом уже бой принимать. Ультрала пытается Бьян забрать и забирает одного ультрала моментально. Практически реводжеры тоже там как-то отстают. Ну, хорошая атака со стороны Бьяна была. Ну, у него ресурсы кончаются понемножку, в общем, тоже проблема. Ну что, Солар ультралисков добавил. Вперед не идет. 3 гаста у Бьяна заказано. Либераторов нету, только гасты здесь. Надо выходить на 6 часов. Что Солар и делает? Здесь минки вкопаны, ё-моё. Залп сейчас был жесткий со стороны минки первый. Вторая пока залп не сделала. Сейчас планетарка уже будет готова. Солар не решает вперед пойти. Ну, либо брудов надо добавлять, либо что-то нужно делать сейчас. А ничего не происходит совершенно. Тоже 161-174. Ну хорошо, что у Бьяна воздуха никакого нет. В принципе, вот против такого микса, в микс Солара добавляем брудов, и как бы работать будет неплохо все. Но брудов пока нету. Ультралиски добавляются. Микос там тоже хз. Здесь линги попытались контур-рыв сделать, но био на 3-3 грейдах против 2-1 всего лишь милишных у Солара. Вот что меня очень сильно беспокоит сейчас. Причем, я так понимаю, Солар делает милишных, сейчас мы говорим, я так понимаю, что в данном случае у Солара еще и, если Грейтер Спайра, по-моему, вообще нету. Так, ультралис вперед вырывается, сна за снайпер шотлин, сразу. Микос по гастам принимает Солар бой, бейлингов добавил, поздно очень их добавил, бейлинги без мува вообще сейчас. В это время линги стоят, контрзабегание их не происходит. Вроде как Солара более... Так, здесь... Пошел Солар вперед, вне крипкот еще ломится. Куда Солар ломится, не пойму. 20 лимита разница. Пошел Солар вперед, а вот уже и либераторы готовы. Провальная позиция от Солара, дерется как-то криво. Правда, ультралы там грызлись био. Ну, ультралы минус 2-0, Бьян. Здесь уже ничего не сделать будет, это факт просто.
Линга Беллинги бесполезное контрзабегание. Я говорил здесь, я не уверен, конечно, был в Биане, но на Солора я не хотел запиливать. Почему? Потому что здесь непредсказуемая такая была игра. Biang 打吉姆和奈子 ，Biang 今天感觉状态也很不错。嗨嗨 ，Biang， 够够。Hello。啊，这边选手是要求五分钟的休息，我问一下顾伟哥。应该是。Так, ребят, сейчас приду, пока Бьян будет начинать сейчас с Джимом, по-моему, или с кем он там начинать будет. Следующую, сейчас я вам скажу даже, кто. Бьян с Джимом, да, дальше ПВТ будет, потом Бьян с Найсом. Я через пару минуточек вернусь, домой позвоню.探索笨哥的各种视频库，你不要找到奇怪的。哇哦！发现了什么？哇哦！总感觉你好像发现了新大陆的样子。哇！什么行尸走肉啊，神盾局特工啊，始祖家族啊，就是没有宣传片，吸血鬼日记，都是电影。哎笨哥真的很会装啊，竟然把名字全部伪装成这种。你点开看了吗？就名字全部伪装成这种。我点开来看一下。他打开了吸血鬼。记得关声音。啊？为什么要关声音啊？哎。万一你说。解说很嗨，观众不嗨，这是解说的失职，是不是？啊。要让观众也嗨起来。吸血鬼日记，吸血鬼日记不是跟 A 片没有什么区别吗？请问记是谁？你这个一下就污起来了。没有，我只是提一个问题罢了。看一下，好像真没有找到啊。去 B 站找找看，就是一入星际门，无悔游人生那个是吧？对对对对对。哎，还有两分钟了，算了。
说起来，考尼玛这次来上海要干嘛？就常住啊。来玩的吗？来玩的吗？来常住呀。来常住。对。尼玛兄。他毕业了呀。哦，就来上海待两个月。是啊。哎，他们直播在你们那边直播吗？对啊。管饭管住，然后还可以用你们的电脑直播。我突然发现尼玛真是待遇好。那是啊，在我们这只要会卖屁股都能混一口饭吃。哦，我好像突然懂了什么。我好像突然懂了什么。问一下他准备好了没有？应该是差不多了。嗯，他们已经要搬选了。OK。Frost 霜寒之地。埃迪昂 and 乌雷纳。Frozen, Temple, 冰封神殿，就是暮色之塔，然后全面入侵，全面入侵失踪科考站，第一张全面入侵。我们的组委会说，打两盘就休息，残疾人啊！这盘打完不让他休息，那必须啊！再休息，再休息，我们没办法。我们主办方呀，可以啊。是。好的，那么欢迎大家收看雷锋杯147击 D 组的比赛啊！这个现在对阵双方是冰云对阵吉姆，春在全面入侵下方青色的人组是冰云。而在上方蓝色的神组是吉姆。给大家带来解说的是栗子面和豪斯。我应该把豪斯放在前面。那就是豪斯、栗子面、豪斯，对吧？三人为大家带来解说。第一点，看上下点位。说实话，这个现在上次也是有看到，就是补秀了之后，整个对于暴兵型的神族的话。Все, ребят, я вернулся к вам. Ян против Джима бьется у нас. 但是现在目前好像肖科技的打法还是变得不是那么好用，特别是奥田米。进来一看，小伙子放弃了。他
Какие-то лимиты гигантские стали. Ну что, на Абьяна против Найса напилил, плюс еще. Соответственно, экспресс. Все, Сулар отыграл уже, выиграл двух китайцев и проиграл, соответственно, Бьяну. Теперь выйти китайцы могут только при раскладе таком, что они выигрывают Бьяна Тирана этого. В чем я очень сильно сомневаюсь. Ну, Джима через Nexus Robo бил сейчас, адептами ловит КСМ-ки, конечно же поймает. Пытался Бьян подальше уехать, не уехал. Причем, что самое интересное, Бьян играет однобазовую сейчас стратегию. Такое у меня ощущение складывается. Нет, все-таки с переходом в ЦЦшку. Да, будет дроп Марика Минок, плюс два гелиончика будут врываться ко второй базе, потом полетит Либератор. Да нет, солнце сейчас не в глаза пока светит. Позже вечером часов 8. Оно будет под таким углом, что прямо будет в окно светить. Сейчас пока угол такой, оно по касательной, не по касательной, оно уходит вниз все как бы. Так, дроп между двумя базами идет. Гелиончики заехали к Нексусу. Здесь у нас есть минка. Гелиончики пробки нарезают. Сейчас просто спокойно. Уверчажа нету здесь. Обсервер пролетает. Обсервер Бьян сбивает. Сейчас просто царь, посмотрите, что творить-то. Сбил обса. Заход в мировую линию, минка все жива, 6 рабочих, минус уже. Пытается геликом там продемажить, ничего не получается. Здесь адепты что-то туда-сюда ходят. Ну хорошо, 7 пробок минус. Минка до сих пор живая, минка еще куда-то стрельнула только что. А, так, все, робо есть, наконец-то выбил минку эту Бьян. Ну Мариков не теряет, кстати. И Либератор на мейн прилетает, встретить его абсолютно нечем. Абсолютно нечем. Мариков можно привести сюда под Либератора просто. И Мариками не давать из рейнджа вот этот Liberation Zone из этого. Не давать ничего сделать. Ой, по рабочим зал 15 минут ГГ. Мертвый вообще. Выходи, конечно, из игры. Так минки стреляют. Все правильно ГГ написал. Одобряю абсолютно. Бьян убил просто первыми тремя юнитами. Ну как тремя? Первый дроп Марика Минки и потом, соответственно, прилет Либератора. Марика Минки 2 гелиона и прилет Либератора впоследствии. Что такое с мышкой-то? Что-то у этих новых джесток какой-то с кликом постоянно про... Это их болезнь, по-моему, просто. Левый клик начинает хреново работать, рано или поздно. Ну что, ждем вторую игру Бьян против Джима. Ну, грамотно воспользовался Бьян сейчас респами, исполнение великолепное. Пилигрим, какой матч будет самым интересным сегодня? Не знаю, как ты этот вопрос задавал давно или нет. Здесь ли ты сейчас? Ну, в этом турнире уже Солар Бьян, конечно, самый интересный был. А вот в
вообще за весь день будет, конечно же, интереснее Base Trade, вот этот мэп-тест турнамент, там будет играть Ютермал с Нерчу, и Бистик будет играть с Нибом. Корейцев там хоть и нет, но уровень замечательный, топы Европы. Бистик, конечно, не такой уж топ, но против американского топа будет биться. Вторая игра. Бьян против Джима начинается. Фин-паук по-китайски шарю или я? Да я не только по-китайски шарю, я и по-корейски, и по-японски шарю. Они вообще одинаково сидят. Шань-чань, шань-чань, там что-то говорят. Конечно, шарю. В какую команду из пролиги Бьян попадет? А что, он обязательно должен попасть в какую-то команду? Ну, я хотел бы видеть всех крутых корейцев, на самом деле, на корейских турнирах, потому что они зачахнут иначе. Я бы не хотел, чтобы корейцы зачахли. Заявил, что хочет. Ну, хочет, значит, будет. Посмотрим. Вторая игра Баян против Джима. Джима стандарт. Так. Да, гид, газ, Нексус, кибернетка, билд у Джима. Здесь через Рипера, погодите, нет, через Марика, ЦЦшка, барак, газ, ЦЦшечка, Марик, точнее, ЦЦшечка, реактор и факта. А нет, второй барак, вру. Второй барак это билд с ранним стимпаком, в последнее время очень популярен стал он. По какому не был по рейту первой в мире, что еще за рейд? Без понятия, если честно. Первый
如果你的兵少的话，很可能被这个多剑扯崩。然后如果你没有闪耀之裂，没有凤凰，那么你会被这个运气操作的很难受。所以说闪耀之裂打这个大树比较好防，但是如果你是出凤凰的，那么会变一个凤凰会被对方的香槟子所灭。如果你是出使徒的，那么你根本防不住对方的那个。Так, на факте Минка заказал было реактор, Бьян отменил. Или лаба это была, я не понял. Ну, лаба строится на втором бодраке, она нужна для стимпака. То есть это два варака перед дроп Минок и выход быстрый стим достаточно. Реактор на факте пошел. Медивак загружается, две минки и полетели сейчас. Я не знаю, как Стрэндж, но нормально, наверное. Прилетает две минки Авьяна, минус 13 пробок. Нам даже не успели китайцы показать, но это минус прот. Смотрите, 40, 26 по рабочим, но там адепта пуш идет, кстати говоря, от протца. Ну, я чуть сомневаюсь, что этот адепт пуш сейчас зарешает. Прилетает либератор плюс марики. Марики встречает, либератор тоже начинает бомбить, а адепт очень хорошо, он стебает их. Так, ну адепты вне либератора прошли, ну КСМ-ки выводятся, либератор перераскладывается, мариками пытается Бьянми фокуснуть призмом, призмом фокуснул, 20-83 по рабам, дома еще минус 6 пробок, это минки работают 2-0. Это унижение, избиение, это разгром просто. Еще одна призма прилетает, ничего не сделать. ГГ пишет, Джим. Изи просто. TVT 现在科技很快，你这个时候两成兵过来不一定能占到便宜，但其他打理其他两个种族都是很强的。TVT 主要是
现在主流还是一个走科技，因为坦克被接送了之后确实很强，你两船兵过来的时候对方最少有一个共同坦克了吧，应该。对啊，你现在记得好。刚才吉姆是准备正面要压对手，然后最下面中一个雷没反应过来，他当时应该是在前线刷兵，他的第一视角应该是搬了 Frost 霜寒之地，然后是搬了冰封神殿和 Inwinder 是全面入侵，全面入侵，然后搬了安迪昂废墟，这样子的话暮色之塔，暮色之塔失踪考察站，还有什么，还有乌雷娜，我今天放乌雷娜了。哦，奈斯，对。Здорово, Паш. О, шалай, Найс, иди умри на. Я ожидал, Найс, шутим пас. Шутим пас, да, рэн. Ты же он, кэй, гоу, рэн, да, дикий. 大场比赛是来自于 Biang 和 Nice， 一个台湾选手和一个韩国选手之间的对抗，不是乌雷娜和地图啊，还是 Nice 选的。一秒乌雷娜炸麦选手，太炸了吗？不想比赛。哎呀，这心里面很爽，这么炸。炸。证明这次你调大了。哎呦，谁在卡、啊？你自己，我这没卡。不是我。啊，左上角蓝色的神族是 Nice， 来自斯巴战舰。在左下角的是红色的人族。白昂。Biang。白昂。都是他。Да, Нерв против Ютермала Бо 15. Ну что, на данном турнире у нас получается, что у нас, последняя карта, что ли, получается? Последняя матч? Ну да, 2.34 еще до мэп-тест турнамента. Я, ребят, чуть-чуть прервусь на часочек, наверное. Перед стартом того турнира, может быть, FP немножко запилю, но подряд стримить не буду. Подустал немножечко. Прервусь и ворвусь потом на вот этот мэп-тест. Так как, я думаю, здесь будет в полчаса уложиться, я думаю, с Бо-3 с этим. Так как, я думаю, здесь Биан 2-0 также будет. Сюрпризов здесь не ожидается вроде как. Хотя, посмотрите, здесь сразу какая хренотень пошла. Три пилона на рампе. Биан вообще пока не реагирует. Понимает, что рановато здесь для, соответственно, этого. Для Мазеркура. И Мариком пробку пытается поймать. Сейчас пробку поймает. Да, пробочку поймана. Нужно пилить пилоны эти, которые в минеральной линии в особенности находятся. Мазеркур сейчас будет заказан. Ну, пока он еще долетит. Да, съем мы сколько времени. Я думаю, что Бьян на изичах здесь пилоны все эти выбьет. Три, а около барака у тех три пилона, они абсолютно бесполезны получаются даже сейчас. Ну, факте, лаба ставится, будет циклон заказан и... Короче, Фронт вообще учудил здесь, я угораю. Причем пилоны как стоят здесь у Фронта, интересно, то есть... Они ставят таким образом, что если адепт даже сюда придет, ему будет просто не пройти. Сталкер бежит вперед. 4 Марика, 10. Барак улетает, депошку выбит. Прот, собственно, и все. Циклон заказан.
Привет, Рицу.这种时候就要乱吹。哎呀，锁住啦！你是一个不负责任的解说。Криво Бьян сейчас отконтролил циклон. Конечно, надо было Мазеркор забирать. Тут еще один оверчаш выставлен. Я не понимаю, что дальше собирается Прол сделать. В какую штуку их юнитов дальше. Тиран делает циклоном грейд на... Погодите, это грейд на увеличение атаки по тяжелым юнитам или по воздушным, я не помню. В два раза. Что он дает сейчас грейд? 特意的生的, начинает пилоны понемножку Бьяну уничтожать. 他是特意的生的这个, 他要后面是打一个单控的一波, 运输机带枪兵, 然后是配合导弹车直接刚正面. 这让我想起了重狙之星, Beta版的战狼, 现在这个导弹车用起来的感觉跟战狼差不多. Все пилоны абсолютно выбивают сейчас Бьян. Уже supply block, здесь еще очередной пилон уже готов. Захват циклонов, встает подальше, чтобы не в рендже быть, соответственно, пилона. В это время дропщик полетел, нет, не полетел дропщик. Yeah, 46-35, ну, здесь призма 3, 3 барака, 3 гейтау проца. Ну, здесь уже 3 циклона есть, они с грейдом, причем с этим. Который я уже честно говоря, и не помню, что дает. Кто-то говорил, по-моему, увеличение в два раза демеджа по воздуху. Или против тяжелых, не знаю. У сталкеров очень много еще тут приходит. Контроль циклончиков идет. Кстати, кривовато контролит как циклончиков своих Бьян. Но ему хватает юнитов, у меня такое ощущение складывается. По бронированным. А, ну по сталкерам есть бонус, соответственно. Ну, если по сталкерам есть бонус, это самое главное. Это очередной сталкер. Минус. Да, прям как-то быстро циклон убивает его. 45-35. Однобазовый прессинг идет. Ну, прессинг не удается просто. Бьян уже вниз спускается здесь. И просто улетает. 45-35 по лимиту. Рабов на 3 больше. Боевого Бьяна больше. Всего больше. Спасибо, Люцифер МЛ. Обычная рубашка, стандартная. Главное, что легенькая. Сегодня жарко у нас очень. Вчера 26 было, ночью 22. В начале ночи было, я думаю, ниже 20. 28, ни хрена себе. 28. Ничего лет не началось. Будет ли летом такая погодка? А завтра уже похолодание почему-то. Ну, посмотрим, будем надеяться, что жестких похолоданий не будет. ГГ пишет. Наконец-таки найс. 1-0 Бьян. Ждем вторую игру. Ну, пока все сходится, что-то корейцев, китайцы вообще не могут ничего с ними сделать. Хотя, вот, например, я был удивлен, я просто первые две группы не стримил, Лайфенга, и, например, в первой группе выбили Рога, неплохого, в принципе, Зерга, это сделал, кто это сделал, получается, это сделал Чик, убив его 2-0. А Рог еще... 2-1 многих там выигрывал, срок не прошел.
Слип всех забрел. А во второй группе трэпы выбили, которые вообще, в принципе, неплохой прос. А трэпа кто? Трэпа Айн забрил. Неплохой тиран Айн получается сейчас очень даже. И реалити трэпа 2-0 тоже пробрил. Тиранов у нас раз, два, три, четыре. 4-5 тиранов вышло уже. Ну я думаю, что Бьян выйдет по-любому. С 5 из 8 тиранов это, ну, вот, любителям тиранов тирановский плей-офф. И 0 с протосов. В натуре 0 процессов. Да, 0 процессов выйдет сейчас. Здесь, ну, если Найс сейчас Бьяна не пробреет, по-другому не может быть. То только если Найс пробреет Бьяна, есть шанс. Что он убил Джима 2-0, как бы, и убив Бьяна с любым счетом, он может пройти. Но пока что Бьян ведет 1-0. Акира, да нет, Бьян 1-0 и вел. Просто, может, они заранее проставили или случайно, это было, я чуть внимания не обращал. Сумеречные башни у нас карта. Газ первый от Бьяна. Дропчик минок будет. Или нет? Или это барак газ? Не факт, что газ первый, нам просто газ только показали. Интерфейс не очень хороший, вот этот стандартный VCS интерфейс продакшена здесь не видно нормально, если вот не поставить его там. Это плохо, нету отдельного его графы какой-то. Пилончик ставит Найс, ну Чизерок то, что он это понятно стало уже давно на самом деле. Ну что это будет за чизочек такой? Сейчас посмотрим. Старгейт, наверное. Бьян будет лететь минкой вперед. А, ну да, кстати. Найс. Не, ну почему? Если Бьян проиграет, Бьян будет, он победитель Сулара и победитель Джима 2-0, 4-0. А, и с Найсом одну карту взял. Возможно, да. А в сетке там обновили, давайте глянем, сейчас, секундочку. Да, уже все проставлено. То есть для Найса матч престижа это фактически просто. Банша с инвизом? Вот это интересно. Банша с инвизом я бы не сказал, что провально это билд, но Старгейт-то у Бродса есть. Если он Оракулом прилетит до готовности Банши, то он спалит эту Баншу и построит Феникса, просто можно его будет сбить. Но не факт, что он прилетит так рано. Хотя не прилетит Оракул уже в пути. Или он стоит первым, не летит. Он стоит первым, не летит, это может стоить ему игры в итоге. На майне второй гейт ставится, руба нету. Но
看一下 Nice 的操作。女儿已经飞出去了。这个解放者，不是解放，这个。Два оракула залетают, но и куда-то не туда залетают. Есть у Бьяна вообще в минеральной линии что-нибудь? Так, оракула прилетает, Бьян начинает контролить Марик, пытается вкуснуть оракула. Куда он на муве-то идет? Ой, подводит под минку сейчас. Оракула, один минус, второй полудухлый, вообще весь задемедженный. Сейчас Марики придут. Короче, 8 КСМ Бьян потерял, но он ответит сейчас, точно вам говорю, за этого оракула. Шпанша с инвизом залетает, здесь нечем ее обнаружить просто-напросто. Нужно пробочек ловить, на второй базе нету ничем, тоже чем встретить. Феникс есть, ну а что Феникс делает? Пробок погибнет больше, чем КСМ, 100%, потому что Феникс у нас не может убить эту баншу. Оракул нужно на мейн вести, Оракула нужно ревелейшены кидать. Нереальное количество рабочих банша просто забирает. Там. Циклон приходит, Минка делает залп. 17-18, пробок минус. Это 2-0 в пользу Бьяна, ребят, это абсолютно точно. Посмотрите на рабов 22-17. Сейчас банша проявится, но она еще пару рабочих за эти секунды заберет. И 23, да, пробки минус. А ведь есть еще одна банша, вот она прилетает. Инвиз надо ей врубить. Бьян, правда, не реагирует вообще никак. Он просто дома обороняется. Здесь три адепта, два сталкера и оракул прилетает. Оракул падает, оракул ключевой юнит там был. ГГ пишет, найс, 2-0 Бьян, ребята. Эта запись этого турнира будет на ютубе выложена сейчас прямо. Ну а пока я, как и обещал, прервусь ненадолго, так как еще 2.20 аж целых до турнира остается. Я не хочу играть столько, возможно, за часик, там полчасика начну, пару игр сыграю. И будем смотреть чуть позже этого Нерча, конечно же, во 15 и не только. Так что, ребят, через 2 часа примерно увидимся.